Так, привет. Значит, мы реставрировали наш старый орленок, поставили на него новую резину, поставили новые покрышки на него, обклеили руль карбоновой пленкой автомобильной, как могли, поставили новое седло. Колеса. Дай-ка я засниму седло, на руку убери. Так, вот такое седло M. Мы поставили, мягенькое. С буквой М. Поставили новые ручки на него. Полностью перебрали заднюю втулку. Реставрировали педали. Реставрировали вот эту вот втулку и переднюю втулку. А, и рулевую втулку. Так, фактически все смазали. И сейчас хотим его проверить. Наш новый орленок. Ну-ка, Макс, попробуй. Только смотри, не упади. Угу. Ну как? Попробуй. Как он? Притормозить попробуй. Назад педали просто. О. Ну что, отличается от того велосипеда? Да, отличается. Ну еще раз проедьте, интересно. Наш орленок. Давай, давай, давай. Ищ... Максим, давай. Наш... Орленок обрел вторую жизнь. Можешь ближе подъехать ко мне? Так, поближе, тут что-то совсем далеко ездишь.